Ребята, пришла ко мне долгожданная посылка. Пильный диск на 305. Внутренний диаметр отверстия вот этого на 32. Есть вставочка, можно сделать 30-ку. Вот на 100 зубьев до 6 с копейками оборотов в минуту. 6200. Вот такой диск здоровый. Красота, немецкое качество. Правда, сделано Made in China, но надеюсь, что будет супер. Он пилить мою доску. Сейчас сделаю с вами обзорчики. Так, поехали, не переключайтесь. Всем привет, ребята. Это снова вы, это снова я. У меня такая улыбка на лице. Я довольный, как слон. А почему, сейчас вы узнаете. Барабанная дробь, та-дам! И вот такой я диск получил сегодня, ребятки. Размером 305 миллиметров на 3,2 внутренний диаметр. Вот, на 100 зубов и максимальные обороты 6200. Вот такой диск здоровый, классный, как я его долго ждал. У меня до этого был совсем другой диск, вот я... Не напрасно оставил бруски. Видите, вот в последнее время плохо уже пильный диск снимал, грубо говоря, стружку оставляют вот такие заусенцы. Сегодня я постараюсь поставить этот диск сюда. Вот. Ну и максимально с большего подробно расскажу, что, как и почему. Но обещает немецкое качество, правда, это китаец, но хороший китаец, я вам скажу, сейчас все китайское. Вот, ну, надеюсь, что будет классно все. Сейчас я при вас раскрою, покажу, все расскажу. Упаковку запаковали на пункте приемки. Не рассыпался товар, потому что такой корпус пластиковый, он раскрывается легко. Сейчас я вам покажу. Там внутри было небольшое колечко, но я его убрал, потому что оно выпадало. Вот. Сейчас я вам покажу сам диск. Он нульцовый, как говорится, даже муха не летала. Вроде все открыл, почти. Все надо делать аккуратно, потому что коробка может пригодиться потом. Так. Вот такой диск здоровый. Поближе вам покажу, сейчас вы посмотрите. Он еще такой, даже засаленный, масляный, вот. Фирма Кренц какая-то, вот, немецкая, типа, качество, видите. Еще раз повторюсь, 6200 оборотов в минуту. Так, ну, что еще вам хочу сказать. В комплекте было вот такое кольцо, оно внутренний диаметр здесь, отверстие получается на 30. Вот, и оно используется для другого вала, если... Он уже. У меня 32, как на диске. А вот здесь вот как раз и написано, что 30 и вставка на 30. Ну и тут написано на 32 внутреннее отверстие самого пильного диска, ну и вставка на 30. Еще раз покажу. На 305 3,2, 100 зубов, максимальные обороты 6200. И тут написано вот для чего. Посмотрите, почитайте. На паузу поставите. Вот. Вот такие вот дела. Ну, тут... Вот так его поставлю, чтобы вы на него смотрели. И буду читать. И потом сделаю отдельный скриншот. Написано. Предназначен для пиления древесины, алюминия, пластика, ДСП, МДФ. Используется для выпиливания пазов. При пилении вдоль оси вращения диска. Применяется совместно с УШМ, кстати, и стационарными ручными пилами. Вот такие вот дела. По окружности зависимо. Марка еще раз покажу. Вот такая КР-92-0136. Заказывал это я на Валберисе.
Сейчас будем пробовать тестировать его, проверим, насколько он хорош. До этого у меня был другой диск. Вот, ребята, есть чем сравнивать. Смотрите, этот на 305, этот на 250. И вот тут написано 6000 оборотов, 50 зубьев. Вот. Точнее, даже на 230 он миллиметров. Вот такой вот диск был. Но тут, конечно, намного чаще зуб видно сразу. Рядышком его поставлю. О, сейчас смотрите. Вот видите, разницу вы чувствуете, конечно. На разы больше и будет, думаю, чище он резать диску. Сейчас буду ставить новый диск. Ну вот, диск я установил. Раньше была высота где-то 4 сантиметра или 40 миллиметров. А сейчас до самого высокого зуба, грубо говоря, 8 сантиметров. Грубо 8 сантиметров или 80 миллиметров. Так что спокойно доску пятерку можно будет распиливать. Вот такая его красота теперь стоит. Сейчас буду пробно делать пропил и покажу вам. Вот, ребята, установил я диск. Все, возьму вот такой брусок пробный. Тут сосна. Такой крепкий. В принципе, это советское такое эсеровское дерево. Это со старой рамы. Это брусок. Попробую по возможности вот это тоже, типа лиственницы, прогнать. Сейчас посмотрим с вами. Сейчас я попробую все сделать. Так, техника безопасности прежде всего. Очки. Вот, одеваю. Вот такие есть приспособы. Так что начнем. Ребята, хочу вам продемонстрировать, смотрите, ровненько, гладко, чисто его брусок он разрезал, видите, вообще идеально, вот такие вот дела, вот, распил, смотрите, гладенький, все, отлично, сейчас попробую другой брусок. We'll be right back.
ребята, вам покажу. Смотрите, какой чистый рез. Если мягкое дерево, вообще, ну в идеале. Вот такие рамочки, конечно, это супер. Во. Речки, если будет, вопросов нет. О, супер-пупер. Будет все, бум. Сейчас вот заготовку делать под рамки. Красота. Просто супер. Вот еще для примера хочу вам показать. Вот чувствуете разницу? Вот смотрите. Вот брусок был вот этот обработан старым пильным диском. Вот эти два, вот видите? Вот. Тут видно. Вот. Ну а вот этот брусок и вот этот, два точнее, были обработаны уже новым диском. Результат, конечно, налицо, видно однозначно. Даже вместе соединить его, чувствуется обработка древесины в разы. Вот такие вот дела. Так что, ребята, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания. Ну а внизу заветная кнопка подписки. Всем пока-пока!